bis verlegen, Kommandant. А МХ-10-то тащит, смотрите. У него же тоже какая-то пуколка стоит. Газель в минуса. Газель еще одна в минуса. А МХ-10 в минус. Еще МХ-10 в минус. Надо было пулеметное что-нибудь брать. Из ЗСУ. Роланд в минус. ВДВ! Сейчас посмотрим, насколько вы там ВДВ, блин. Заколебали меня в конец в прошлой миссии с этими ВДВ. С бессмертными. Патроны, топливо, запчасти, все, что вам. Так, а Урал я отсюда не взял. Я молодец. Тут главное стоять-то нельзя на месте. Пока живем, скажем так. С натяжечкой живем. А МХ 10 теряем, но это не страшно. Их можно пожертвовать, я думаю. Где-то долбанная передовая база, она должна быть на Индии где-то, да? Не доберусь до базы, я труп. В прямом переносном. Вертолетами надо сейчас посмотреть, где там база эта. Вот она. Жуть. Кстати, эта база сейчас за секунду просто.
превратиться в пустую базу. Полная база превращается в пустую базу. Фокус-покус. Почему я сказал, что хорошо, что карта маленькая? Чем больше карт, тем больше на ней войск противника. Вот в чем прикол. Хотя здесь тоже немало, но... терпимо еще кое-как. Дальше до точки килла пойдем, там тоже передовая база должна быть, обязана просто быть. Садиться-то будем. Они постоят, походу. Присаживайтесь, спасибо, я постою. Так, еще пачка придется. БРДМ они страшные, в принципе. А, вместо кнопки стоп я нажал на атаку. Отлично. Ну, эти в кустах постоят. Чтобы народ не пугать. Так, Роланды. Сюда. Сейчас вот будет рандом опять. Сражение зениток с вертолетами. Поэтому сохраняемся. Да, база опустела, все. Надо двигать дальше. Всех уничтожили, да? Хорошо. Всегда бы так. Сохраняемся. Всегда бы противник так тупил. Хотя он всегда так тупит. Если действует в атаке. Дальше прямо. Ага, вот здесь он может здесь... Нет, он не может здесь заказываться. Заказываться он здесь не может. Сейчас немножко расчистим дорогу. Опс! Стрелы. Назад. Упс, еще с того. Стрелы. Замечательно. Загрузка. Там кто-то был. Зелененький.
траве сидел кузнечик, зелененький он был. Сидел, сидел, сидел он, его Ми-24 убил. Так. Вертолеты надо поберечь. Они меня случайно не без разведки оставили сейчас? Нет, с разведкой все нормально, у меня есть она. Давайте зайдем в город. Как в каком-нибудь Fallout'е. Загляни в город. Приобречем что-нибудь. Вот в этой миссии уже вот с таких вот точек идет доход. Это интересно вообще. По каким таким понятиям они... Да блин, да хватит меня уничтожать-то, а? А МХ-ы терпят. Леопард 2 уничтожен. Нет, так не пойдет. Теперь я знаю, куда девать вертолеты. Вроде стоят посреди поля. Нахрен к ним незамеченным подойдешь. Только с воздуха, наверное, получится. Так, они стояли где-то здесь, что ли? Точка Hotel захвачена. Кем? А. Я и так знаю, что она захвачена. С самого начала игры захвачена. Единственная точка, которая у меня захвачена. Теперь скажите, что их здесь нету. И скажите мне, что я их с 5 метров увижу в чистом поле. Почти так. Оу! Замечательно. Одна ракета и сразу в двоих попала. Замечательно просто. It's an honor to serve under your command.